Засуха и жара привели к росту цен на хлопок в мире. Волокно подорожало на 30%, а доля заброшенных полей из-за недостатка влаги достигла 40%. Индия, страна-лидер по производству, теперь вынуждена сама его импортировать. Проблемы также испытывают США. Американское производство упало в этом сезоне на 28%. Второй по величине экспортер Бразилия столкнулась с падением объемов урожая на 30%. Производители посчитали, что из-за засухи испортилось около 200 тысяч тонн запасов хлопка. Как пишет агентство Bloomberg, это приведет к подорожанию целого ряда товаров, в их числе одежда и бумага.